всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Greco Music Video. Меня зовут Андрей, и сегодня наш пятый рабочий день игры интернет-кафе Simulator 2. Поехали! Как всегда, поспали, выспались, покушали, покакали, пописали, сходили в туалет. Все сделали, что нужно. Готовенькие, свеженькие, идем на работу. Напоминаю, друзья, сегодня вот у нас... Слушайте, да, на самом деле, когда мы, значит, идем, сохраняем игру, а именно спим, появляется, после того, как мы поспали, значит, появляется какая-то миссия от нашего бомжа. Чувак, в городе есть владелец интернет... Хорошо, отстреливаем. Отлично. Никак не могу насладиться этим вот ощущением спокойствия. В городе есть владелец интернет-кафе, который меня не слушает. Все в этом городе прислушиваются к моему слову. Я прошу вас положить это подслушивающее устройство под его стол. Он расположен на втором этаже дома, в котором вы живете. Конечно. Товарищ бомж, непременно, ночью. Пока мне надо бабла зарабатывать. Я обязательно тебе помогу, дружище. Но вот я решил, что буду помогать тебе. Придурок, свет надо сейчас включить. Так, все работает у нас. Мы заряжаем наше кафе. Запускаем наш рабочий стол. Напоминаю, у нас очень много бабла. И сегодня я серьезно настроен что-нибудь обновить. По-серьезному вообще, по-сильному. 2452 бакса. Но есть одно но. Так, открываем кафе. Открываем кафе, работает. Все-таки я хотел бы понимать. Я до сих пор не могу понять, как работает система. Вот Сколько осталось еще работать моему роботу. Он написано работающий. 3 дня, прокат, ничего нельзя. Можно только огонь, а что за огонь? Боюсь нажимать огонь, потому что что-то, мне кажется, будет не то. И сколько им осталось работать? Как это узнать? Хрен его знает. Давайте, друзья, купим игру. Давайте купим 2 игры. Вот так и вот так. Пускай Тинки-Винки играет. Мы купили еще 2 игры, друзья. Это коммерческая лицензия, между прочим. Мы приобрели, все хорошо. Котики, робот-пылесос работает. Главное не проморгать момент, когда у меня закончится найм моих работников. А именно вот этих 2 типов. Они очень устрашающие. И, соответственно, робота-пылесоса. Потому что, не дай бог, вот что-то из этого выйдет из строя. Робот-пылесос, как бы, хрен с ним. Люди... И ранее, как бы, приходят, срут, и ничего страшного, если они, значит, в своем сранье посидят, почилят. Хотя тоже не хотелось бы допускать, но вот если, не дай бог, я проморгаю момент, когда у меня, значит, сотрудники, а именно вот этот охранник и отстреливающий головы партизан какой-то, я не знаю, не партизан, какой-то наемник, если они закроют, боже, херню несу какую-то, если они перестанут работать, будет очень плохо. Забежит кому-нибудь грабитель, он, например, сможет меня ограбить легко и просто. Или же забежит какой-нибудь камикадзе. А если забежит какой-нибудь камикадзе или грабитель, и что-то, вот, не дай бог, камикадзе, представляете, вот это все, что непосильно нажитым своим трудом, все пропадет. Представляете, какая здесь срака будет, если он здесь взорвется? Нет, друзья, я так не хочу. Я не хочу, поэтому я буду тщательно слежить. Да, желательно. Ты лучше не убегай, дружище. Потому что наказание тебя ждет сразу же за углом. Хотя, как было замечено... Вон, уходит. Или это... Не знаю. Хотя, как было замечено, что наш товарищ охранник... Он может, так сказать, и проморгать. Не выполнить свои функции. Если предупреждаю красивой девушке, я увеличу оценку. Не надо нам. Я вам еще раз объясняю, что у нас здесь не бордель. У нас здесь интернет-кафе. Люди приходят, играют, получают наслаждение. За это платят бабки. Ну что, а что, каких? Проституток нанимать? Нет. Мы не такие. Мейл. Что у нас на мейлу? Имя отправителя? Ничего, чисто.
Она. Поперла, поперла, друзья. Видите, как прет, прет. Туда-сюда, ищи-ищи. Бабло там, крутенько, все дела. И пятерки пошли. Решил ехать постоянно. Так-так. Херню, пожалуйста, не пишите. Оставляем адекватные, классные комментарии. Вау! Так, еще и на чай закинул. Друзья. Я могу сказать, что вот, я могу сейчас просто полазить в интернете, посидеть, все, все делают работу за меня. Зачем еще, сука, какое мерзкое место. Херел, что ли, мерзкое место ему. Так, что я хотел сделать? Что я хотел сделать? Спонь, динамики. Какие динамики? Я не могу понять, что за динамики. Нет, давайте www. Я хочу посмотреть, что здесь. Я где-то приобретал вот эту фигню в виде Барака Обамы, который... Так, это что? Pork case. Автомат. Что это открыть? Что это? Что это? Free case. Я не могу понять. Skin case. Ладно, пока я здесь это пропущу. Апс. Вот это мне нравится. Что-то я здесь еще не доделал. Программа необходима для установки устройств майнера. Это пока... Братан, молодец. Патронов иди, возьми побольше. Величайшая ММО игра в мире. Скачайте сейчас и начните зарабатывать реальные деньги. Это пока нам не надо. Отличная программа, позволяющая более профессионально пользоваться компьютером. Давайте скачаем. Сука, $188 хотел унести. Падла. Ой, ну какие-то оценки пошли не совсем хорошие. Еще один. Вот, блин. Вы представляете, как бы мне пришлось бегать за каждым? Я бы уже давно бы получал по башке. Потому что драчун с меня тот еще. Друзья, очень хочу посмотреть, где я приобретал копилку. Не дают. Так, одна из наших служб безопасности нейтрализованного клиента, которая сбежала за платить денег. Спасибо, что вы у нас. Близко. Я именно это и хотел ответить. Близко. 35 баксов кто-то там... Так, 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 обмен, собственно, монета, монет у нас нету. Поэтому что? Блин, где же вот эта ерунда? Много же было там чего-то приобрести. Могу найти. Не могу найти. Утвердить, безграничный, 30 минут, да играйте, по полчаса играйте, сколько хотите, столько играйте. Foods. Так, денежку, спасибо. Дама, дама, уходить не заплативший не рекомендую. Так, сканирование у меня все идет. У меня 3110 баксов, друзья. Утвердить. Утверждаем. Слушайте. Так, посмотрим. Робот-пылесос. Сколько ты, братан, еще будешь работать? Я не понимаю. Так, я хочу найти... Майков... А, вот он, я нашел. Вот оно. Вот оно, что я хотел найти. Вот, друзья. Так, огневой автомат. Купить. Что у нас есть? Автоматическое содержание. Что? Автоматическое содержание $120. Тележка для хот-догов. Старые колонки. Давайте, друзья, тележку для хот-догов приобретем. Охранная сигнализация, друзья. 400 баксов. Сюда охранная сигнализация. Хорошо, мне это нравится. Итак, мы приобрели тележку для хот-догов. Ой-ой-ой-ой. Так, народ уже... Обижается, надо утвердить, утвердить. А что за... Блин, хорошо бы кому-нибудь посадить сюда этого чувака, который разрешал бы им всем тут играть, сидеть. Было вообще шикарно. А больше, да? Итак, охранная сигнализация. Что ты делаешь? Оп, а что это бутылки пошли? Ну-ка, блин, ты что, дружище? Негоже. Негоже. Так, что у нас по запаху? Запах ваниль. Завоняли вонючки. Хорошо. Так, это сделали. Ой. Ой. 239 баксов. Коробки для подсказок 23 бакса. Охереть. Что ты хочешь? Налоги оплачены. Ага. А это не ко мне. Это не ко мне. Вы заметили? Это что, ты нарушителя пытался, он так сказать? Друзья, у меня очень много денег. Я хочу что-нибудь приобрести. Давайте я поменяю...
Что мне поменять? Что мне поменять можно? Давайте мы поменять. Да нет, давайте мы приобретем еще один автомат. Игровой автомат. Я понял. Все, я хочу один дополнительный игровой автомат. Чтобы люди в самостоятельном порядке приходили, оплачивали бабки. И, значит, а я сидел просто на попе ровно. Вот что я хочу делать. А что? Ну, так вот. Такие вот у меня желания. А что поделать? Утвердить. На полчаса. Не, на полчаса уже все. После час ночи новые клиенты не приходят. Хорошо. И что? А что, сколько уже времени? Вот, уже все. Друзья, закрывается интернет-кафе мое. Давайте на сегодня все. Нам надо жучка подложить. А что будет, если я сейчас закрою кафе? Все встанут и уйдут? Нет? После часу ночи. Или как это будет происходить? Сейчас посмотрим. Денежку получил я. Я даже могу так себе позволить сделать. Ага, вот так, хорошо. Встает, встаем мы. Мы закрываем кафе и сразу, значит, они сваливают отсюда. Неплохо. Не, мадама. Не-не-не-не-не-не, интернет-кафе закрыто. Что будет, если она... Ну и сиди. Час ночи. О, хрена ты приперлась. Домой иди. Так, хорошо. Поднесите жучок за столик конкурирующий интернет-кафе. На втором этаже, в доме, где я живу. Так, давайте я у него прикуплю немножечко вони. Немножечко вони. У тебя здесь, брат, воняет у тебя здесь. На, помогу тебе. Так, а где у нас рюкзак? Сюда, хорошо. Ну, дружище, что я тебе могу сказать? Мне уже больше ничего не приличает в твоем барышском таком этом вот. Так, а второй этаж. Вызываем лифт, нажимаем кнопочку, поехали. Поместите жучок. Нет, не-не-не-не-не, вот, выбираем второй этаж, поехали. Поместить жучок надо. Конкурирующего интернет-кафе. Это очень, так сказать, я люблю подобным заниматься, я как шпион. Агент 007. На-на-на-на-на. И все, поговорить с нищим. Идемте поговорим с нищим. Это что, все задание? Слишком простое задание. Что-то мне подсказывает, ничего кроме благодарности от нашего бомжа я не получу. Если так, то это будет очень печально. Товарищ бомж. Товарищ бомж, вы где? Покажитесь. Так, про шматросочки ходит. О! Вон он там, бегает возле моего кафе. Конечно, кафе-то теперь мазёвенькое. У нас что-то горит, друзья. Блять, он мне дал 400 баксов. У нас горит, нахрен что-то горит. Какого хера у нас тут горит? Да меня здесь нету. Электричество забыл выключить. Сорян, да. Теперь буду знать. Теперь буду знать. Ладно. Теперь буду знать. Так, сколько у нас времени? У нас 6 утра. Ну, ладно, давайте еще поработаем. Сегодня еще можно поработать. Отзывы у нас. Я рада поехать. Куда ты рада поехать? Так, о, у нас здесь скачалась штука. Добро пожаловать в систему обработки команд. Введите допустимую команду. Что мы введем? Просто на. Ну, давайте. Команда не найдена. А что команда не найдена? Херня какая-то. Так, что-то вышел в полноэкранный режим какой-то. Не надо мне здесь. Выходим. Заходим. На www. Так, давайте. Сколько у нас? $2153. Почему? Куда я потратился? Что ты купил? 400 баксов. Так, подождите, а я не понял. Это я бомжаре отдал 400 баксов, что ли? Или он мне дал 400 баксов? Куда мне пропало? У меня было 200... У меня 3 косаря там было почти, нет? Или я что-то путаю? Ладно, шут с ним. Так, друзья, сколько стоит у нас самый дорогой автомат игровой? $1370. $1400 баксов стоит. Ну вот что делать? Грешно не купить. А! Черт с ним! Давайте куплять все дорогое. Сейчас товарищ на верблюде прибежит. Так, а робот-пылесос у нас есть? Робот-пылесос есть. А сколько робот-пылесос еще будет? Запах прекрасный. Заходим, заходим. Коробка для подсказок. Нету.
Так, хорошо, хорошо. Работа, утвердить. Нет, мусор, друзья, это уже становится неинтересно. Ваши полчасовые... Как понизить время? Минимум полчаса, два часа. Нет, на полчаса ты можешь даже и отстань от меня за полчаса. Уже неинтересно полчаса. Полный, пустой. Два часа, два часа. Да хорошо, назначить цену. Давайте цену назначим. Можно поменять цену? Нельзя поменять цену. Изменить цену. Нормальный. О, 1,8. Можем повысить цену до 1,8. И в принципе это будет еще нормально. Конечно, нормально. Слышите, извините, пожалуйста. Охрана. Все дела. Так, запросы. Да не хочу я на полчаса. Отстаньте. Уже не то. Запросы. Ну, блин, ладно, играй. Что вы по полчаса, полчасовые какие-то дешманские. Как мне изменить время? Минимальное время установить. Есть такое? Нету. Я не могу этого сделать. Не могу. Компьютеры, заказы, обои, запросы. Ладно. Что там наш верблюд? Кстати, где тележка с хот-догами? Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Какой он здоровый. Друзья, это кайф. Это однозначно кайф. Так, что-то у нас уже становится мало места, ребятушки. У нас становится мало места. Давай, деньжат. Так, а если мы его установим сюда? Будет ли это гармонично? Нет, не хочет становиться. Ага, видите как? Не. Так, денежку я получил. Продумано. Я думал, можно будет влепить. Эти же придурки все равно садятся, абы как. Вот так вот. Так. Так, 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 так. Ближе, ближе, значит, мы его... Ближе разворачиваем. Сейчас, 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 ребятушки, нас. Оп! Все! Шикарно! Шикарно! А как? Че с этим с телевизором? Все. Очень интересно мне. Смотрите, какой шикарный игровой автомат. Ну скажите, что это не лучшее кафе вообще в мире. Лучшее же, правильно? Правильно. Очень мне интересно, сколько приносить будет игровой автомат. Если. Относительно наш бомжарский стоит 35 баксов. Дружище, заходи, смотри какой. Кетч-ап. Ну что ты за дешманский пошел? Так, робот-пылесос работает. Запах, навоняли. Вонючки. Ну я же заказ... Кстати, а вот тележка для худогов. Сейчас, подождите, разберемся. У меня там... Так, сколько? Сколько денег пробежало? Блин, не успел. Не успел зафиксировать. Сколько бабла зашло мне. Не успел зафиксировать. Ну, тележка с худогами стоит. Это мне однозначно нравится, друзья. Мне однозначно это нравится. Так, где робот-пылесос? Быстренько убрал. Хорошо, пылесос убирать. Тележка с худогами. Ага. Так, слышишь? Что за нахрен за баба, мужик? Вонючая, волосатая, бородатая баба с пузом, тварь. Ты еще непропорциональное. У тебя руки висят на колец, придурок. Я тебе могу, возможно, оплатить эту вот пластическую какую-нибудь хирургию. Ну, нет, заплати деньги. Охрана, охрана. Слышали, как пикают? Давай, бабло. Короче, я могу даже не принимать от них бабло, если они... Типа. Оп. Если они возжелают убежать, когда меня не будет на месте, потому что, типа, я не смогу с них взять деньжат, то их... То они убегают и приговаривают их... Оплеухой наш охранник. Что очень, в принципе, замечательно. Что, в принципе, очень мне нравится. Смотрите, так, друзья, сколько? 35 баксов. Я хочу посмотреть. Ну, дайте мне возможность увидеть, сколько приносит игровой автомат.
У нас 1341 доллар. 120 баксов. 120 баксов. Это хорошо. 135 баксов. Но компьютеры серьезнее тема. Компьютеры это тема серьезная. Так, пыльничек, робот-пылесосик. Так, быстренько, бутылки, срам, ты что? Не пропускай такие моменты. Нельзя, негоже. Нельзя. Надо, чтобы была чистота и порядок. Два часа, хорошо, слушайте, 120 баксов. 120 баксов, это серьезно. Друзья, я хочу поменять этот стул. Мне кажется, стул уже выжил свое. Так, сколько у нас стоит самый дорогой стул? Не, ну самый дорогой стул, ни хрена себе, самый дорогой стул лучше дороже, чем самый дорогой игровой автомат. Не. Посидите вы, друзья, пока на стуле за 285 долларов. Все, пока для ваших задниц этого будет вполне себе достаточно. Мне не так много денег, мне 1460 баксов всего лишь. Наконец-то я вышел, сейчас у меня закончит свою работоспособность пылесос. За него еще надо будет заплатить 600 долларов, чтобы продлить. Так, что вы, друзья, думаете, чтобы вот этот немножко поправить здесь безобразие? Оно, конечно, пофигу, все работоспособно. О, приехал стул. Приехал стул. Сейчас мы, значит, пойдем. Хорошо. Деньжат, давай деньжат, дружище. Так, друзья, сейчас. О, кто-то, видите. Вот так вот. 292 доллара. Охереть. Какие хорошие ощущения. Так. Давайте-ка по-быстренькому сбегаем и сплавим стул. Ну, что уже делать? Можем себе позволить. Конечно, если бы я был более безденежный, я бы, скорее всего, просто начал создавать другое рабочее место. Так, спрей. Не, спрей мы продавать не будем. Спрей у нас там полный. Продать пластик, да, 49 баксов. Что у тебя, братан, можно купить вообще? Что-нибудь есть подороже? Все дешевое такое-то. Что у тебя здесь все дешевое? Такое дешманское? Не, ну, у тебя хорошие сумки. За 2 косаря или за 3 там. Трамп, ты что там? Горе отжиматься, дорогой, ты позеленел весь уже. Позеленел, воняешь или ты в туалетах сильно хочешь. Харе отжиматься, не переусердствуй. Ты же это, ты же управленец. Иди там это. Управляй чем-нибудь. Товарища Бама, 5 долларов. Ну, как-то, как-то несерьезно, если честно. Так, что мы? Давайте кафе все-таки будем развивать. Что у нас здесь есть? Иногда, нет, в казино нам не надо пока. Благодаря вашему жесткому внешнему виду сокращается количество клиентов, убегающих без оплаты. Вот это хорошо. Давайте мы это прокачаем. Вот, замечательно. Так, роботик, роботик, бро. Я вижу следы, я вижу банки. Ты мне это самое, давай. Наводи чистоту и порядок, а не просто тут без дела за 600 долларов скитайся. Хорошо. Ну, предположим, друзья. Так, набежало людей немножко. Сейчас подкрываем. Все подкрываем. Ой, сколько много всего. Ой, безграничный, безграничный. Мне нравится безграничие. Очень безграничие нравится. Очень много деньжат оставляют. А если, скажем, я захочу приобрести... Слушайте, давайте наймем панду. Это привлекает внимание ваших потенциальных клиентов, вероятность получить больше клиентов. Так у меня клиентов и так до хрена. Зачем ты мне, в принципе, нужен? Давай, дедуля. Друзья, предположим, я хочу развиваться дальше. И мне уже недостаточно места, куда можно выставлять игровые автоматы, например. Что делать в таком случае? А? А? Никто мне не подскажет? Я не знаю, я тут ничего такого подобного не видел. Так, старые колонки. А зачем нам старые колонки за 400 долларов? ОС устройство. А, ребята, я вижу. Ой, не могу. Не могу. Я могу купить устройство, как я понимаю. Хрен с ним, покупаем. Сейчас я вам объясню. Там типа кассовый аппаратик. Знаете, когда вот вы рассчитываетесь в магазине и чек оттуда вылазит.
Вот я так понимаю, его можно здесь оставить, и люди автоматически будут оставлять деньги. То есть они в случае... Какого хрена здесь валяешься? Ты чё, себя расстелил? Расстелило! Чё за херня? Ты чё, братан? Я не могу понять. Так, стоп, что приехало? А что пикнуло? Вот он, кассовый аппарат, смотрите. Так, что он имеет? Какие... Карточка. Банковская карточка. Сейчас будем смотреть. Так, 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 так. Определенно, определенно красота. Так, использованный мы закладываем сюда. Новенький мы берем. По запаху все хорошо, все замечательно. Друзья, смотрите. Не-не-не-не-не-не-не, не горим. Хотя ты можешь сгореть. Я уже не сильно расстроюсь. Если ты сгоришь, я куплю новый вместо тебя. Потому что у меня есть бабло. Вот. Смотрим, значит, встала мадама. Ну давай, оплачивай. На кой черт я поставил сюда вот этот прекрасный кассовый аппарат? Вот, ага, а чувак встал, рассчитался карточкой. Еще на чай мне скинул. А ты че тупишь? Ладно, 158 баксов, дорогая. Пожалуйста. Слышь ты, барыга, а ну-ка встало, встала. Как тебя, кто ты вообще? Давай работай, хот-доги продавай, сосисками набивай булочки. Поливай кетчупом и майонезом. Валяется. Так, как бы мне решить вопрос с утверждением времени? После часа ночи нет клиентов. Сотрудники. Ну, в сотрудниках здесь нет ничего интересного. Фу, дс. Что у нас здесь? Как, нужен повар? Вам нужен торговый автомат. Торговый автомат, вам нужна машина тостов. Ух, слушайте, сколько здесь всего интересного. Вот это будет настоящее интернет-кафе, друзья. Я вам... А я отвечаю вообще. Ну где мне взять? Где мне взять? Мне уже не хватает места. Мне надо больше развиваться. Старые колонки. На кой черт мне становится? Автоматическая раздвижная дверь. $1260. Ну что, друзья, рискуем. Go. Мы купили автоматическую раздвижную дверь. Нахрена? Вау. 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 О. Хорошо. Нахрена она надо? Автоматическая раздвижная дверь. Ну ладно, может мы будем более цивильны. Вот, ребят, у меня ночное интернет-кафе сегодня. Пожалуйста, уже 6 утра. Все сидят, играют. My Cafe. Greco Game. Что у нас может быть интересного? Еще здесь, что может быть интересного? Так. Кардборд, VR-очки, контроллер есть, V. Самый дорогой телек, друзья, $1200. Ну, уже это типа недорогой. Уже типа недорогой. Столы, 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 столы. Может, я что-то проворонил? А это что? Picture. Это какие-то... А, я понял. Это картины, которые стоят, как всегда, до хрена денег, а... Но я в них не сильно верю. Так, это что у нас? Это Galaxy... Коврики. Представляете? Давай. А что ты не расплачиваешь? $300. Ашиздеть. Ашиздеть вообще? Ты что там... Ну ладно. Кайф. Лампы какие красивые, ребята. Какая красота. Все можем купить. Да рассчитывайся, это вот, ну ладно, за 160 долларов. Уже $160, это знаете, ну это так уже. Уже типа так и должно быть. Ну хорошо, кондиционеры. Может кондиционер мазевый поставить? Нафиг не надо, и так этот хорошо держит. Компьютер дорогой, тоже пока не надо. Я хочу понимать, как мне развиваться дальше? Как мне прикупить еще одно торговое какое-нибудь место? Здесь ничего подобного нету. Не знаю я, что сделать, а что робить? Май кафе. Здесь я все купил.
Так, подождите, надо, ребятушки, прибежали почилить немножко. My Cafe я все купил. Утс тоже не то. Обожу, ну, я не знаю. Я не знаю. О, стойте, 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 стойте. У нас же есть здесь. Вот. Купить. Новая комната, друзья. Кухню можно купить. Все! Все! Лучшее кафе! Лучше. Я нашел все! Все, что мне потребно. Хорошо! Давай бабло сюда только. Все бабло кидываем. Все, друзья, я нашел, где можно. Все, новая комната. Я получаю кайф от звона монет и от того, как разлетаются мозги у попущенных козлов, которые пытаются сюда забежать, значит, и нарушить идиллию. Так, огнетушитель. Давайте огнетушитель пускай лежит здесь. Давайте, друзья, мы знаете, что сделаем? У нас стены. Я начал обращать внимание, что у нас очень убогие стены. Где-то я видел... Может, игры пару прикупить еще? Давайте. Что у нас там? Два кассета. Ну, еще одну игрушечку купим. Где-то я видел... Так, тихо. Где-то я видел, что можно приобрести обои. Вот, 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 вот. За 200 баксов. Хорошо. Какие мы обои замутим? Красиво. За 200 баксов, конечно же. Давайте красоту. Такой вот разноцвет. А ну-ка, побежал. Смотрим. Вы верите? Ой, какая красота. Какая красота. Очень красиво, очень симпатично. Мне все нравится так очень. Так, давайте мы игровой этот автомат поставим вот сюда плотничком. Для того, чтобы... Что мы можем здесь разместить? Друзья, давайте, давайте новый, новый компьютерный стол. Компьютерный стол? Или же... Давайте компьютерный стол. Хороший, богатый, с хорошим именно стол, компьютерный, профессиональный. Мы это все сейчас... Где мы там? Заходим на Замазор. Так, друзья, я не успеваю уже нажимать. Я уже не успеваю нажимать. На Замазор заходим. Давай бабло. Так, стол. Начинается все, конечно же, со стола. Где у нас? Дикс. Так, почем у нас, друзья, самый дорогой компьютерный стол? Dragon VR Table. Может, какой-нибудь VR Table влупить? Basic Game Table. Не то. Wooder Table. Pro VR. Pro VR. Нет, VR, VR. Все, что связано с VR, нам пока не надо. Я тут. Тут никуда не ушел. Все, я на месте. Мне надо классный компьютерный стол. Так, убежал там, быстренько порешай вопросы. Три часа. Хорошо. Три часа, так три часа. Нет, 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 Дикс. Да успокойтесь вы там, слушайте, ну... Дайте мне это вот. Я хочу новый компьютерный стол вам купить. Классик, консоль. Old. Old уже нам не катит. Warren. О, 399. Pro Gamer Table. Шикарно. 800 баксов. А есть 880. Gamer Table. Simple. Так, это что? X. X. Wonder Table. Давайте мы... Вот самый дорогой он получается, да? Upgradeable Table. Что это такое? За 880. Давайте, давайте, все. Все, я решил, приобретаем. Вот это докидываем в корзину. Сколько у нас денег? У нас 2800. У нас 2800, друзья. Сразу же бежим зачем? Посмотрим, дорогой монитор. Черт с ним. Монитор. Дорогой монитор. Нихера себе монитор. 1549 долларов. Ну, добавляем, что делать? Итого, 2400. 2400. Хорошо, нет, сейчас подождите, пока мы не будем торопиться. Пылесос у нас работает. Слушайте, а сколько может работать пылесос? Какого черта он все никак не может закончиться? Он все работает и работает, работает и работает. Я уверен, что уже прошло много времени.
после того, как я приобрел его. Почему? До сих пор еще работает, я не знаю. Так, друзья, у нас 3000. Давайте приобретаем, полная оплата, погнали. Остался косарик. А слушайте, что можем еще купить? Что можем еще прикупить? Маусес, маусес пэд. Нет, давайте мы посмотрим какую-нибудь красивую. Красивую, значит, подмышку. Подмышку. Коврик. Для мышки. Вот это вот Galaxy мне нравится. Давайте Galaxy закажем. Galaxy за 100 баксов. Так, ребят, заходим. Заходим, играем. Ну, попер. Как сделать это все дело автоматом? Безграничный доступ. Пожалуйста. Все для вас. Мышку еще глянем. Сколько стоит дорогая мышка? 800 долларов. Обалдеть. Обалдеть. Ровно 800 баксов, да? Ну и ладно. Ради бога. Давайте вот эту возьмем. Давайте. Все, оплата пошла. Оплата пошла, денежка. Утверждаю. И давайте, что мы делаем? Ловим верблюда. Робот, ездишь. Хорошо, охрана есть. Сосиски продаются. Так, что у нас здесь? Монитор. Монитор потом. Стол, друзья. Какой хороший, красивый стол. Устанавливаем. Офигеть. Вот это кайф. Ну слушайте, вот это стол. Стол так стол. Так, аккуратненько его. Оп, сюда, хорошо. Вообще кайф. Так, посмотрим давайте быстренько, что там приехало. Мне начинает вот сильно немножечко накалять, конечно, вот эти двери. Когда выбегаешь, и можно нечаянно в них удариться. Они могут препятствовать быстрому выходу. Но это хорошо, зато грабители не смогут быстро убегать. Так, что нам больше? Ничего не приехало? Ну что ты, как тебе здесь дела, баба-мужик? Че ты сосиски не умеешь заправить? Какого хрена у тебя кашет по нулям, блин? Какого, я тебя спрашиваю, лядова у тебя по нулям здесь? Не можешь впихнуть сосиску в булку и кетчупом все это залить к хренам собачьим? Да пошел. О, верблюда и наша едет. Так, хоть у меня хорошие новости у тебя, а то ты меня накаляешь, если честно. Так, про геймер маус и Galaxy штука. Что это я хоть, надеюсь, то купил, что надо? Да рассчитывайся так, что ты голову мне дуришь. А что, типа для мышки вот такая здоровая хренотня? Да или нет? Отойди. Что произошло здесь? Нас винячили, что-то разбили все. Не могу понять. Мышка. Мышка, мышка. 800 баксов мышка. За мышка такая. Уж как-то она по-особенному как-то что-то делает. Что-то людей мало стало. Ой, а что это у нас такие плохие? Мерзкое место. Дайте сейчас бесплатно увеличить оценку. Компьютеров даже нет видеокарты. Ай, ну понятно. Ну погодите еще. Настраиваю. Блин, ну это, конечно. Ой, блин. Як же все некрасиво. Сейчас по-быстренькому. Давайте по-быстренькому все это дело сейчас. Оно давно, давно стоило, так сказать, вмешательство, потому что все коряво стояло. И в один прекрасный момент, конечно же, все это навернулось. Поэтому мы сейчас что делаем? Наводим порядок. Монитор. Так, вы можете пока играть. Да, заходите, извините, нечаянно. Ну, здесь какая-то свинья просто разгромила все. Ну, что я поделаю? Подождите, сейчас все будет. Все будет. Вы играете. Ничего страшного, вы играете, игры есть. Ну, компы еще слабые. Косарик только налетел у меня. Бачей. Так, что там, консоль улетела или что это? Как ты играешь в консоль? Ты придурочный. Как ты в консоль играешь? Ну не играй дальше. Ну я ж не хотел. Разбросали, видишь, разбросали все. Играйте, консоль все нормально стоит. Но, друзья, чего вы? Ну, некрасиво. Здесь вот так вот, вот не нравится мне это. Как это оно все стоит.
Сейчас мы быстренько все уберем. Нехорошие ребята. Это вот они. Это так некультурно. Тихоря причем. Я даже не заметил, кто. Если бы заметил, то наказание поступило бы незамедлительно вообще. Так, берем клавиатуру. Клавиатуру, берем мышь. Хорошо, стул. Остановись. Слышь, дебил. У меня есть ни хрена не спортзал. Вали отсюда. Или садись, играй, или вали отсюда. На кой ты мне здесь сдался? Хорошо, у меня один вопрос. Я начинаю наблюдать, что здесь критически мало места, как мне кажется. Чтобы влез стол, нет? Как так это получилось? Да, ага. Вот тут-то оно. Я тоже не вкуриваю. Как такое могло быть? Здесь стояло два стола, влазило. Органично, красиво все это смотрелось. А сейчас нет. Сейчас нет. Людей меньше стало. Что-то все мне наворотили, разгромили здесь. Вот это как понимать? Вот это как оно так висит? Непонятно. Ладно, давайте сюда установим. Влезет? Нихера не влезет. Зараза, здоровый. О, видите? Нормальные эти вот люди, которые... Значит, современные, они карточку вставили, все нормально, все в порядке. Эти ходят все наличкой своей, как в старом веке, честное слово. Ладно, давайте установим вот сюда, значит, нашу консоль. Потому что, блин, надо, чтобы было все красиво. Не могу. Душа не на месте, понимаете, когда вот... Так, а что-то... Пылесос! Ты чё там это не убираешь мне здесь? Почему срамота? Не можешь выехать? На. Так, что-то пошло не по плану. Что-то как-то идет не по плану все. Не наблюдаете? Так, аккуратненько поставили. Так, здесь хорошо. Так, ну ничего страшного. Значит, стол мы поставим как-нибудь вот тут. Давай, пылесосик. Давай, дорогой. Все, убирай. Так, а нам уже все. Место, в принципе, у нас уже закончилось, друзья. В принципе, место у нас уже заканчивается. И если приобретать еще что-то дополнительно в виде стола, или может влезть еще какой-нибудь, кстати, этот игровой автомат, например. Монитор. Монитор сюда. Все, хорошо, красота. Мне кажется, красота, нет? Мне кажется, красиво. Обновили, так сказать. Там приставочка, в плочку заходим, играем, друзья. Все как надо. Кафе у нас открыто. Так, меня устала отвратительная нехватка клиентов. 8 утра, вы где? Давайте ставим Мишку Михалыча. Погнали. Так, пылесос работает. Слушайте, а я не могу понять, почему это что? Игра немножко подвисла, или она мне помогает сэкономить денег? Или моим сотрудникам так нравится работать, что они уже больше 3 дней работают и никуда не собираются убегать? Это хорошо. Тихо. Ты что так затормозил-то? Тихо, мой хороший. Все, играем замечательно. Где люди? А где Мишка? Я нанял на работу панду. О, давай, танцуй. Танцуй для меня, и созвай людей в кафе мое. Ну и что это за танцы придурочной панды? Ну, кто так танцует? Кто так зазывает людей? И что хочешь, иди отсюда. Ну, и какой от тебя прок? Скажи мне. Так, кафе. Развиваем кафе. Так, вас знают из-за вашей древней истории. Воры не часто заходят в ваш магазин. У меня не магазин. У меня интернет-кафе. Панда, он смотрит на тебя и плачет. Ты его расстроил очень сильно.
Некрасиво, некрасиво танцуешь. Не нравится мне. Так, все, все здесь, все, что можно, мы приобрели. У нас 1351 бакинский. Раз уж сотрудники на рабочих местах и никуда не собираются их покидать, рассматриваем вариант покупки крутой клавиатуры. Сколько стоит косарь? 100 баксов? Ну, у меня-то, в принципе, есть. Твердить. У меня-то, в принципе, есть 1100 долларов. Но не до хрена... Не, ну, дороговато, мне кажется, нет? 1100 долларов. Блин, мне очень интересно, сколько будут они платить мне за... пользование вот этим компьютером. Очень интересно. Давайте, я заказал мега супер охренеть какую клавиатуру. Не, ну вот кто скажет, что некрасиво, кто скажет, что нету вкуса, я расстроюсь, честно. Здесь же так великолепно, так прекрасно. Смотрите, мы положили вот сюда это. Как это происходит, сука? Как, блять, это происходит? Я не могу понять. Какого хера оно стоит ровно? И какого хрена оно, блин, куда-то... Как это? Это пылесос. Ты что ли меня так сильно накаляешь? Я тут все устанавливаю максимально красиво. Не надо так делать. Не надо меня нервировать. Не надо. Извините. Очень нервничаю, когда все делаю хорошо, красиво, и так что-то вот так вот, какая-то ерунда, все наперекосяк все, значит. Мышку, установили мышку. Так, панда, отрабатывай колове. Бабло летит, ух, нифига себе клавиатура. Большая такая, класс, класс. Класс, так, у нас здесь утверждаем, как ты дурацкие запросы поставить на автомат. Так, хорошо, у нас уровень цен нормальный. У нас уровень цен нормальный. Так, это чувак с карточкой, с банковской, молодец, ты мне нравишься. Так, нам осталось установить... А, нам же кресло надо. Ёбку в яры. Садимся, присаживаемся, играем, ребята. Кафе активно в разгаре, работаем, все для вас. Может, светильнички вам, что ли, заказать какие-нибудь, чтобы у вас зрение бы не садилось, когда вы играете за моими компьютерами классными, суперскими. А? Как пользоваться этой херней? Видите допустимую команду? Так, пожалуйста, разблокируйте его. Давайте введем слово разблокировать. Разблокировать. Команда не найдена. Ну и все. Не найдено и не найдено. У нас есть еще. Давайте игру купим. Нет, пока игру не будем покупать. У нас на кону кресло. А кресло тоже будем дорогое покупать? Давайте дорогое. Бабло летит. Воров нет, вы хорошо, люди. Панда, молодец, молодец. Ты мне, наверное, я очень надеюсь, что из-за тебя люди идут сюда. Смотри мне. А то... Не дай бог, я узнаю, что ты не отрабатываешь свои деньги. Так, здесь мы все порешали. Здесь нам ничего не надо. Нам... Что же я хотел? Ё-моё. Зайти. АППСС. Скачать. Программа необходима для установки майнера. Так, с этим мы решили подождать. С майнером. Программа необходима для установки майнера. Величайшая игра в мире. И... А все, у нас тут почти все куплено. Больше нечего покупать. Ждем. Игру пока самую лучшую в мире. Так, 4 мейла мне пришло. Наших охранников. Ай, ну ладно. Сейчас давайте зайдем лучше посмотрим, сколько у нас стоит стул на Замазоре. Потому что у нас будет самое крутое рабочее место. Вот это на втором этаже, там вот попущенец, который открылся, который типа мой конкурент. Может идти он на хутор бабочек ловить. И
кондиционер скоро у нас будет новый, все будет новое. А, тут же стул стоит как самолет. Но, $1700. Мне он 1600. Ну, друзья, купить. Не, ну уже если лучшее, значит лучшее. Согласитесь. Тишина. Тишина, только системные блоки под шумок дают небольшой такой. Давай, дружище. Кассовый аппарат. Молодец, молодец, дорогой. 1713 баксов готово. Утвердить, утвердить. Так, все, ладно. У нас есть пару ребят, которые играются. Робот-пылесос работает. В случае чего, я имею в виду, если мы сейчас быстренько купим крутой стул, чтобы нам хватило денег, если что, охрану сразу, моментально. Без охраны я уже все, я уже никто. Я уже никто. Добавить корзину, оплатили. Вы представляете, мне еще надо. Так, ладно, ладно, смотрим, сколько стоит у нас компьютер. New computer. Там же системник стоит, наверное, 1750 баксов. Ну и ничего, что тут осталось-то, да? Панда работает, все работает. Сейчас пойду скотину сосисочную проверю, что он мне там заработал. Не дай боже. Не дай боже, что-то не то там будет. Опять будет по нулям. Стул приехал, друзья. Верблюда привез мне стул. Здорово! Какая уродливая баба, мужик. 28 баксов. Ну, молодец. Понапродавал сосисок на 28 баксов. Ух вы какой. Посмотрите, стул. Обалдеть. Обалдеть. Так, ты встал? Че неаккуратно встаем? Че, жопу здоровую, что ли? Ой, какой компьютерный стул у нас. Нам не хватает, друзья, еще системного блока. Копим на системный блок. У нас 700, нам косарь остался еще до системного блока. Остался косарик. Всего ничего. Так, у нас уже катастрофически мало места, я хочу сказать. Но люди проходят. Ну, конечно, они ходят, как эти. Как вы так проходите его? Я не понимаю. Так, максимально прижимаем, пускай стоит. Так, свет, нам нужен немножко света прикупить. Вот это хорошо, вот это как-то... Так, дай-ка я тебе светильник поставлю чуть повыше, дружище. Вот так, чтобы света было, хватало всем, не только тебе в одно лицо было света, чтобы всем хватало. Хорошо, все идет, все работает, все, клиенты есть, парни танцуют, охранники выносят мозги, там кто-то еще продлевает на 2 часа, конечно, на 2 часа, а еще бы не продлить на 2 часа в таком прекрасном кафе. Харе ставить мне такие галимые оценки, я устал. $35 уже не камильфо, я вам хочу сказать. My Cafe, это отзывы у нас, надо перенести то, что нам... Меньше всего надо. Хреновый рабочий стол, что ничего нельзя перенести. Сотрудники. Так, охрана. Вот сволочь. Хотел унести $125. Не тут-то было. Не тут-то было, дорогой мой. Че, продлеваем? На сколько? На часик? Давай. Шуруй. Играй, бабло идет. 1128, друзья, скоро, еще чуть-чуть. Еще самую малость, у нас обалденный системный блок и, соответственно, самый навороченный стол, за которым стоит вообще система просто новейшая. Вы можете просто описываться будете каждый раз, когда садиться. Сели и такие сразу... Будете уходить еще, поигравши за моим компьютером, будете... Что, проснетесь на следующий день с утра и все... Вот так вот будете так тащиться так. Продлевает, просто, конечно, продлевает. Ну почему вы продлеваете на полчасика? Полчаса это не, не продление. Это ерунда какая-то. Так, Steam, у нас игры. А есть какие-нибудь дорогие игры? Более $120? Нету ничего. Ну, а что нету? Это так слабо. My Cafe. Хорошо, стены покрасили. Этажи у нас еще. Краска стен, этажи, краска пола. Друзья, давайте пол замутим.
какой-нибудь подстать нашему вот, вот этот, наверное, давайте. Не-не-не, копию. 1700, 1000. Друзья, гоу. Все, у нас есть баблище на номер, на новый супер системный блок, который стоит 1750 долларов на секундочку. Настя! Сюда! Сюда лучшее из лучшего. О! Вы готовы все? Все, кто здесь сидит? Я жду Салаха, который сейчас привезет мне с Египта. Так, продавец. Устал. Книжка считает еще здесь. Пожри хот-дога возьми, 12 долларов. Не, ну молодец, уже 30-ку за день мне продавал. Что? Я не понимаю ваш дебильный язык. По-русски пошел, взял словарь толковый, научился говорить. Ждем, друзья. Жду, как первый снег. Новый системный блок. Так, что мы еще можем? Можем здесь еще компьютер один поставить? Вот эту херню надо убрать, мне кажется. Или пускай стоит. Ладно, пускай стоит. Вот сделаем вторую комнату каких-нибудь игровых автоматов, может быть, не? Оп, 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 несется, несется. Доставочка, доставочка. Так, все растаможили. О, кулер какой красивый, красного цвета. А, замечательно. Ух, ничего себе здоровый какой. Ё-моё. А какой большой. А какой большой. Друзья, не могу, не могу, не могу. Так, это его попой развернул. Нам нужно лицом, лицевой частью, чтобы наблюдать, так сказать, дороговизну. Ой, какая красота. Замечательно. Заходим сразу же, моментально выставляем. Так, выставляем ценник. На что вы думали? Да, новый компьютер, соответственно. Так, 7 баксов. 7,5 долларов. Да, верю. А нет, подождите, это что это? Это что-то не туда, я посмотрел. А не, все правильно, у нас по 1,9, 3,6 доллара. А это 1,8, 1,7, 1... Так, ладно, это, эти такие бомжарские, знаете, это бомжарские, такие дешманские. Вот эти компьютеры, которые тоже надо еще... Так, хорошо. 2 часа ночи. Ну, конечно, 2 часа ночи никого нет. А сколько у нас денег? У нас не... Какой компьютер? Блин, божечки, как интересно, что там? Какая... Какая денежная ассигнация будет падать? Хотел я покрасить пол. Стены, этажи, потолки. Можно потолки еще покрасить. Тоже 200 баксов, но это потом, друзья. Пока это нам не нужно. Свети... Свет давайте посмотрим. Что мы можем как-нибудь... Все-таки может какой-нибудь свет красивый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой здесь можно... Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Красота, все сверкает, все, все деньги, вот это все крутится, вот это вот хорошо. 8 утра. Панда, ты на месте, на работе? Не понял. А вот идет панда. Все, у нас получается, что в час ночи все закрывается по игре. А к 9 утра вот пришла панда. Все, пошла работать панда. Панда пошла работать. Хорошо. Все, друзья, ждем. Мне очень интересно, как люди будут кайфовать, когда будут садиться вот за вот этот прекраснейший... Ой, бляха. Не надо пожаров мне здесь. Бабла у нас пока немного. Так, надо будет купить больше. Если загорится системный блок, вот этот вот. Не, я даже про это думать не хочу. Я про это даже не хочу думать. Утвердить? Утвердить. Кто за койком? Чё за компьютеры бомжарские садимся? А? Давайте подойдем. Значит, продадим. Купим огнетушитель, потому что... Не-не-не-не-не. Я... Такого не должно быть. Если загорится, у меня под рукой не будет огнетушителя. Так, берем вот этот. Погнали. Всё, нам достаточно вот этого.
собаки, бродяги, барыги, воры, где вот это хуй город каких-то. Посидел, вот чувак, сейчас подожди, открой доступ, подожди, 30 минут, утвердить. Хорошо. Пойдем поглядим, во что-то можно играть на таком компьютере мощном. YouTube смотреть? Бро, он не для YouTube. Вообще не для YouTube. Ни капельки не для YouTube. Панда веселится, 26 баксов у нас здесь есть. Смотрим. Блин, профукал. Блин, не увидел. Так, блин, не увидел я. Блин, ну я не увидел, сколько денег-то. Он оставил, не увидел. Давайте посмотрим, может у нас есть здесь. Не в запросах, компьютеры. Не вижу я. Не показала. Проморгал что-то я. ПК номер 5 у нас есть. 3 часа, тут хорошо, 3 часа скоро заканчивается. Очень перспективно. Ну что у нас по отметкам? Да блин, не могу попасть. 2,2, ничего не меняется. Почему? Садись за дорогой комп. Вы, сволочи, жаловались, что видеокарты у меня там... О, дедок, насколько? 3 часа. Я посмотрим. Прям интересно, не могу. Мадмуазель. Моник. Нет, это не Моник. Так, робот работает. Хорошо. Приставку еще бы обновить. Классную какую-нибудь поставить. Я не знаю, здесь вот какой нужно сделать вторую комнату. Потолок некрасивый. Некрасивый потолок. Давайте потолок покрасим. Уже деньжат немножко заработали. Давайте покрасим потолок. Майкафе. Так. Краска для потолка. Какой-нибудь цвет вот такой вот. Праздник давайте. О. Это турецкий. Мама. Ну хватит, 200 баксов уже потратил. Давайте вот, ладно, еще 200 баксов. Оп. А ну говно! Ну говно! 400 баксов, куда? Что за лотерея? Красиво, некрасиво, херня какая-то. Пол давайте. Ну ты какой пол красить? Тут говно какое-то. Вот этот. А. Ерунда. Потратил 600 баксов на херню всякую. Бляха. Утвердит. Дедок. Так, давайте посмотрим, сколько дедку осталось играть еще времени. Ой, еще он долго играет. 400 баксов. Он уже насидел на 400 баксов. Сука. Какой кайф. Офигеть. Нахрен надо старые компы выкидывать вообще. Они мне не нужны вообще. Вообще нафиг не нужны. Такие бабки тут за этот компьютер. Вы что? Вот это старье говно старое. Вот это выкидывать сразу же. Вы что? Барыги занести, продать. Хай он там за полцены. Пускай там радуется. Сколько? У меня 1196 баксов. Я богатый. А два таких компа поставить. А три, а четыре, а пять компьютеров таких поставить. И что? Все. Я самый продвинутый, богатый вообще. Что можно? Купляем игры. Покупаем игры. Сюда капуста. Сейчас только... Деньжата будем раскидывать. Бай, вот это сюда, сюда. На. И 1200 осталось. Садятся опять за компьютер номер 5. Мне интересно, компьютер безграничный. Номер 5 компьютер на безграничность поставили. Мадемуазель, пожалуйста. Пылесос. Я вижу, что что-то как-то это, люди завоняли. Усё. А я что-то тут профукал этот момент, но... Ну ничего, мы все быстренько устранили. Мы все по-быстренькому устранили. А хорошо. 15 часов дня у нас. Хорошо. Так, бизнес идет потихоньку.
Потихоньку бизнес идет. Мне нравятся такие заработки. Офигеть. Слушайте, он посидел 3 часа. Я могу себе уже бомжарское место. Вообще без проблем каких-либо. Ладно, супер, все. Давайте пока все закинем. Давайте посмотрим, сколько вообще подтянет вот такое дорогое компьютерное место. Заходим на Замазор. Начинаем со стола. Правильно? Да. Дикс, дикс, дикс. Берем мы опять дорогой компьютерный стол в корзину. Значит. Так, все по порядку накидываем. Сначала добавляем в корзину. Сейчас, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как все хотят посидеть, как поиграть хотят у меня. $56 уже это. Ну так себе, знаете. Так себе. Так, кондиционеры нам не надо, игровые автоматы не надо, вентиляторы. Так, берем дорогое. Давайте вот у нас есть красное, давайте возьмем синенькое место. Так, вот этот красный мне интересно. Ох, 565 баксов. Офигеть. Офигеть. Клавиатуру кидаем дорогую. Самый дорогой монитор кидаем. Мышку давайте в этот раз возьмем. X-Mouse. Значит, возьмем и пускай у нас будет тут теперь с горами. Так, это до этого мы еще дойдем. ТВ, все, у нас. Итак, 7779 долларов стоит компьютерное место. Но оно окупается. Боже, день и все, оно окупается. Супер. Слушайте, а что если по поводу кухни? Или второй комнаты приобретения? Ой, все, уже жилка у меня играет. Ё-моё, уже все могу купить. Консоль еще, игровой VR. Ой, класс. Вырубаем нарушителя. Так, как у нас дела обстоят со сосисочным королем? Художная ты барыга. 34 бакса, обалдеть. Работаешь, молодец, хорошо. Можешь пока. Друзья, вот такое, к сожалению, бывает. Блин, у меня закончилось рабочее место. Рабочее место. У меня закончилась память на диске D. И у меня включилась программа, которая записывает все, что вот вообще происходит. Понимаете? Но я не сильно далеко там зашел. Все. Я, собственно говоря, закрываю уже кафешку. Трудовой рабочий день вот только начинается. Но он у меня же заканчивается. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотры, за лайки. Обязательно что-нибудь комментируем. Я буду понимать, что вам это очень сильно нравится. Все, подписываемся, колокольчики. С вами был Андрей, канал Greco Music Video. Увидимся очень скоро в новой серии. Всем пока-пока.